Полиция устанавливает личность мужчины. 22 июня около 11 часов дня в приемной камере коллектора очистных сооружений в энергетике сотрудники одной из организаций нашли тело мужчины. Сейчас его отправили на экспертизу для установления причины смерти. При осмотре на трупе обнаружили телесные повреждения. Личность мужчины до сих пор не установлена. Приметы: на вид 30-40 лет, рост 182 сантиметра, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-коричневые, на левой ноге отсутствуют 3 пальца. Был одет в серую футболку с надписью «Босс», синие джинсы, серые кеды, черные носки. Фаланги безымянных пальцев перемотаны изолентой. Лиц, что-либо знающих о мужчине, просят позвонить по телефонам 49 54 02, 49 98 02, 41 22 24.